בוקר טוב, שלום לכם, השלום לסלמים זה שני הלכות, סיוני נשיאת ארי, ארצון שתברא תורה ונשמת כל עניינו, חלום אבי הראשי וגם דוד בן זנפו, מירם בתוכנת, הצלחת המצרופת המצרים, שלום ולזה עולם, בעזרת השם, чтобы наши слова Тор были в заслугу и защиту нашего народа, наших солдат, бедрат Ашем, освобождение всех пленных, лечение всех больных и раненых, бедрат Ашем. Сегодня 10-е Ава, что можно делать, что нельзя. У нас у Сварадим закон, все, что было связано с трауром, разрешается. Можно купаться, можно бриться, можно стричься. Все это можно было уже со вчерашнего вечера. У Ашкеназим они все это до сегодняшнего полудня еще не делают. Но разница между ними и нами, что они уже с полудня имеют право ашкеназим есть мясо и пить вино. Мы сварадим до вечера, до сегодня, 8 часов до захода солнца. Еще мясо, вино мы не едим и не пьем. Почему такая разница? Потому что все, что связано с трауром, закончилось вчера. Но так как Бет-Амикдаш был подожжен 9 ава под вечер и горел 10 ава, то есть сегодняшний день также, и запрет пить вино и есть мясо именно связан с тем, что были прекращены жертвоприношения в Бет-Амикдаше, человек, который в трауре, не дай Бог, ему можно пить вино, ему можно есть мясо, но эти законы у нас 10 ава продолжаются из-за того, что это связано с прекращением Курбанот Бет-Амикдаше. Поэтому сегодня до вечера еще мясо есть и вино пить нельзя. Есть, которые говорят, тоже нежелательно слушать музыку до вечера. Все остальное нам сварадим можно делать. Аминь.